Приветствую, меня зовут Сокол, и я хочу начать этот год с хорошего поступка. Так уж сложилось, что мой день рождения в самом начале года, 3 января. Праздничная кутерьма, все дела. Я бы очень хотел, чтобы это были праздничные и светлые дни для всех. Жаль, что это не так. Мне очень понравилась акция «Топы» с канала «Утопия Шоу». Я в ней также принял участие. И я рад, что связался с теми же людьми, чтобы организовать такую же акцию на моем канале. И я хочу подарить свой день рождения детям с онкологическими заболеваниями. Я сам являюсь отцом, поймите. На мой взгляд, онкологические заболевания, тем более у детей, это одна из самых страшных вещей. Я не представляю подобное в своей семье. Это тяжелое испытание. И мне действительно всем сердцем хочется помочь тем, кто от этого страдает. Это кампания по сбору средств. Я очень редко прошу какие-то донаты, и в будущем, скорее всего, от этого и вовсе откажусь. Но тут случай особый. Я верю в вас. Мы вместе сможем сделать хоть какое-то доброе дело. Доброе дело в начале года? Это ли не прелесть? Сразу скажу, тут нет никакого мошенничества. Это не реклама, у меня нет никакой корыстной цели. Перейдя по ссылке в описании, вы попадете на сайт благотворительного проекта «Свет Дети». Все собранные деньги пойдут на медикаменты, лечение, реабилитацию, в общем, на помощь детям с онкологическими заболеваниями. Я также не останусь безучастным. Давайте же вместе, давайте вместе подарим мой день рождения детям. Спасибо.